Rockstar на этой неделе решили порадовать нас новинками и завезли Портному несколько интересных вещей. В каталоге стал доступен ряд товаров из ограниченной серии, и все они имеют общую стилистику. Смотря на них, сразу вспоминается знаменитый образ крокодила Данди. Его-то мы и попытались воссоздать в данном выпуске. Данди по прозвищу Крокодил – комедия 1986 года с Полом Хоганом в главной роли. Нас несколько раз просили сделать косплей на героя из этого фильма, и сейчас как раз самое удачное время для этого. Мик Данди – австралийский охотник по прозвищу Крокодил, которому хищник едва не откусил ногу. Он был воспитан дикарями, вырос вдали от цивилизации и прекрасно ориентируется в дикой природе. Игровой костюм, созданный нами, получился довольно-таки минималистичным, так что очень хорошо подойдет для выживания посреди болот Лаграсса, где температура может подниматься выше 30 градусов. Итак, наш сет будет одинаковым и у мужского, и у женского персонажа, и будет состоять из следующих вещей. Из новой коллекции здесь фигурируют три вещи. Шляпа из аллигатора за $158. Вариант жилета Артега за $138. Сапоги Калхун за $94. Штаны Гибсон стоимостью $60. Наручи Харшоу. У Портного они не продаются, их можно было получить из бандитского абонемента. Все товары из данного сета будут доступны в каталоге до 13 апреля. Мы оставили костюм приближенным к оригиналу, но так как оружейный пояс в этой игре снять нельзя, мы решили подобрать пояс Левенс с серебряными элементами от профессии самогонщик. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, какой костюм нам подобрать для следующих выпусков. Самые креативные идеи попадут в ролики с упоминанием автора. Напишите также, что вы думаете об этой рубрике, нравится ли она вам и в какое русло стоит ее развивать. Мы читаем каждый комментарий и стараемся учесть все ваши пожелания и замечания. Спасибо за просмотр!